Трансляцию, короче. Это просто что-то невероятное. Это самое крутое начало презентации. Да, которое я не записал. Да нет, тут до сих пор уже что-то. Да, тут какая-то полная ебатня происходит. Holy shit! Что за хуйня? Это типа они сделали этот супер Smash Bros. Да, который я не записал. Опс. Не такие лица. Ты метал вакуй. Они вначале они каких-то... Вначале они кукольный театр тут устроили. Такие, типа... О, у нас разные геймпады есть, смотри. Да, Super Smash Bros. Они же там с оригинальным геймпадом можно играть. Да, What да, да, прошлого. Ты можешь своими... О, аватары, слышь, я обожаю эту гитару, гитару. Правда, у меня нет Wii U, но все равно. Я люблю, когда интегрируется в играх, как в Xbox. Ну, в общем, они хотят, у них одна игра, и они хотят продать ее как можно больше еще вместе с консолей. Да не, может, что-то еще интересное покажут. Ну, вот может быть. Не, ну это уже круто, слышь, это уже лучше презентация Electronic Arts. Просто это интро убило. Да, но я бы хотел, конечно, поиграть. Сакет, да. У меня еще Марио есть. А фигурка Марио поможет мне. What? The fuck? Ты что, Power Rangers, что ли? А, типа... Он положил ее на геймпад, это как-то... Он такой, holy shit. Ну да, кстати, может быть такая фишка будет. His power level is over 9000! Капец. Все вынесли его. Такой, бомба комбо! Amazing. Короче... Amazing. Here at the Nintendo Digital Event, I'd like to lead off by talking about Super Но, Smash Brothers. Окей, они хотя бы, хоть у них заранее заготовленное видео, но хотя бы они что-то тут сделали. То, что вы увидели, это вообще новая игра, короче. Все, кто использует Mii Fighter, могут вообще войти в игру. Можете создать своего уродца и им драться очень весело будет. Хотите создать особенного уродца? Тогда сфотографируйте себя на камеру, и он вам самого создаст. Я так понимаю, что тут прям будут свои классификации какие-то, ты можешь сделать. Они практически больше даже и не Mii. Ну это как в Tekken'ах было последних. Или даже и в Soul Calibur, по-моему, это было, что ты можешь своих бойцов создавать. Так и здесь. Это, прикинь, создал своего Mii, получаешь наслаждение, что-то надрал задницу там кому-нибудь там. Да, чужому, именно. Ну, как человеку это как будто теряешь. О, Wi-Fi тренер, да, да, да. Я всегда хотел надрать задницу. Не знаю, почему. Я бы ей не надрал задницу. Такой что-то другое надрал, я так понял. Вомбо-комбо! Одна типа под Метроида сделана, другие я не знаю под кого. Свордфайтер. Свордфайтер и Ганнер. Бройлер. Бройлер, ну он просто бролит все. Бар-бройлер. Самус там испили. Свордфайтер рипов. Ну это капец. Кирби! Так что получил пизды от Ганнера. Это да вообще они не шутят, эти рожи все серьезные. О, по центру такой. Первый и вообще самый серьезный. Оо! Сворд. Иду солдатиком! Даун спешл! Даун спешл! А, и ты можешь выбрать разные даун спешл, ап спешл, сайт спешл. Капец, этот файтик лучше будет, чем МКХ. Линкольн. Линкольн, мат. Ой, чё, вот! Айсти! Капец, знаешь, живут такая рожа. Айсти, он типа наливает там, написано что-то, типа заливает. Знаешь, такой лайт живую, такая подпись. Terrific.
Ну это еще на DS будет, охереть. А теперь про 3DS версию отстало. Выглядит хуже, да. Но зато... Зато паровозик, чу-чу. Ничего не остановит. Окей, там, Докс. Да, Nintendo. На Raybon Road драться, нифига себе. Ну типа, кроме графики, все выглядит по идее так же. Да. Ну и плюс прототип, ну все, это можешь куда хочешь с собой взять, это хрень. Ну да. Вначале же выйдет 3DS версия, а потом уже, по-моему, Wii U версия. Нифига так странно. Можно денежки ставить и выигрывать. Настоящий манис. Хочешь Зельду трахнуть, пошел трахнуть. Ну, лучшая игра на прототипку. Это первая игра, где можно трахнуть Зельду Марио. Правда? Ну да, ты пошел и просто лицо впендюрил и все. И она улетела за карту. Пацаны, в этой игре можно настраивать аутлайн ваших персонажей, все 10 из 10. Да. То, о чем мечтали все. Я хотел... Никто не мечтал. Я думал, что-то про комиксы, да ладно, решу. А то такие же челленджи, как в этом, как в том же Mortal Kombat, где King of the Hill... Стата, все там, все дела, вообще, да. Смотри, блин. Ставки можно делать, на собачек покупать. Дима. Ну, я так понимаю, что это какие-то особенности именно 3DS версии, что она выглядит хуже, но там какая-то фигня зато дополнительная. Чувак выглядит Лю Кэнг какой-то. Ей, 3DS. 3 октября. 3 октября на Wii U. Wii U выходит в эти выходные. А я думал наоборот, но оказывается все по-другому. В этот раз мы хотели сделать нечто другое, чтобы вы поняли, что значит быть Nintendo фанатом. Наша команда тяжело работает, чтобы принести вам новую фигню. Пока я изменил свой костюм, Марио все равно близок к моему сердцу. Этого фигнюшку он использовал, чтобы меня до этого победить. Но он бы не смог никогда меня победить, если бы не обратился к магии. Потому что это необычная игрушка. Эту игрушку можно и в задницу пихать, и как игрушки сексуальность. Типа, подносишь к тачпаду, и он, типа, такой считывает там штрих-код на лысине, и такой, опа. Ёпта, какие-то лысины. Ты вообще знаешь, что говоришь? Ты вообще подумал своей башкой? А? Это амиба. Амеба. Да. У нас особенный чип в нашем контроллере. Вы думали, что да, мы этот контроллер сделали 30 лет назад, а уже чип туда. Прикинь, так слушай, сделал так отдельный сет с аниме-фигурками. Просто начну во все фигурки добавлять эти. И бац, у тебя уже и Зельда голышом бегает. Пиздец, там прям как флешка в этой фигурке, то есть там инфа. Your figure's data changes as you play, which opens the door for various gameplay possibilities. For example, pretty good. Каждая фигурка уникально получается. Ну, слушай, это очень что-то оригинальное, знаешь. Это очень хороший способ еще продать и фигурки, и денежек купить. Мне кажется, они немного вот этот есть. Skylanders игры, и вот сейчас вот выходят эти игры у Диснея, забыл, как они называются. Где тоже там вселенная какая-то их. В общем, там, в общем, они продают фигурки, и эти фигурки, они в игре у тебя отображаются, когда ты их ставишь. И вот это нечто подобное решили Nintendo все зафигачить. Линк. Вот многие ошибаются, думают, что Зельда это Линк. Линк это Зельда. Да, они думают, что... Да, блядь.
А некоторые даже не знают, что существует Варио и Луиджи. Знаешь, есть школьники, которые говорят, я Assassin's Creed. Что? Ой! О, это Dead Star этот. Токен чет. Я попрошу вас сделать это. At any time you can catch Nintendo of America's own Bill Trinan, who's hosting a dedicated Amiibo video that goes into a little more detail. So be sure to find him at Nintendo.com or Но the Nintendo. Но Nintendo все равно сволочи, потому что они блокируют свои игры на запись. То есть они, они все деньги с твоих роликов будут иметь. Ты можешь сделать ролик? Ты деньги не имел себе, как бы логично. То есть играть, записывать надеюсь... нельзя, да? Нет, записывать можешь, а деньги... Смотри, руками не трогай. Да. Это... Я надеюсь, что они новую Зельду покажут, потому что сколько Super можно... Super Mario Bros. 2! Блять, я вообще издеваюсь? Я думаю, что вы помните первую игру, в которую вы влюбились. Я был Rock'n'Roll Racing, она была на Sega, get the fuck out. И все, кто любит Nintendo, знают, что что бы ни происходило в нашей жизни, мы всегда можем надеяться на эти игры, чтобы они были веселыми, потому что это Nintendo. Не знаю, что про чем там. Но что значит делать эти игры? Из всех картриджей, которые у меня остались, они все на Sega. Наша команда работает над замечательными новыми играми. И никогда не было лучше времени, чтобы играть игры на консоли Nintendo. Мы разделяем одну веру. Ничего... Нет ничего плохого, немного повеселиться. Теперь мы сейчас уйдем отсюда, чтобы наши разработчики делились своими играми. Но я жду Байонету и Зельду. Где Байонета и Зельда? Они будут? Будут Байонета и Зельда? Чисто это опять игра про кошек какая-то сейчас будет. Ожидаешь Байонету на 3DS, что ли? Нет. На Wii U. Они же эксклюзивно выкупили права Nintendo, чтобы Байонету 2 делать эксклюзивно для Wii U. Что за клубки, блядь? Еще Мега 64, типа, когда это узнали, они такие, ну чё, когда она выйдет, мы друг друга застрелим, да? Мы друг друга застрелим. Отдельный ролик. А, ну да. О, опять это? Опять эпик, нексгеновый эпик ярн, только с Йоши. Да. Почему бы нет? Йоши! Но эпик ярн был офигенный, кстати. Это даже круче выглядит. Нексгеновый эпик ярн. Ну, мне что не нравится, что они как бы ни хера не меняют постоянно. Вот у них как был этот, блин, Yoshi's Island. Тут опять Yoshi's Island, только с новым стилистикой. Я ни хера не понимаю, знаешь что, вот они выпускают... Знаешь, по железу Wii U неплохая консоль, они до сих пор выпускают у нее сайд-скроллеры. Зачем? Ну смотри, вот потому что это их аудитория. Look at those graphics, man. Да. Так где это графика? Ты часто хороший сайд-скроллер вообще играешь. Последнее, что я играл интересное, более-менее, это был... этот... Mercenary Kings, по-моему, мне который понравился. Он долго вспоминал лично. Да. А как же та игра про супергероев? Какая? Ой, ну не про супергероев, где ты за киношных героев играешь. Как же она называлась? Я не знаю. Ну где ты мог Терминатором играть? Но она не закончена, она же еще не доделана. А, она такая, ранний доступ. Да. Но она тоже веселая, но там сложно ее назвать, сложно ее сравнить. Там больше тупо веселье, мне кажется, чем скилл какой-то. Не знаю. Ну, то есть я считаю, что в играх все равно Марио обычно нужен скилл, чтобы какие-то штуки проходить. Может, не в этой игре, но раньше было. Не, знаешь, что меня единственное, что разочаровывает? То, что я проебал этот момент, когда весь хайп был, у всех был такой, типа, пиратский денди. У меня не было. У меня была Sega. У меня была Sega, вот он ты проблем была. Все там ходили, там все геймбои были, все там в покемонов резались, блин. А я как дебил с Тетрисом ходил. А Дэнди же не было покемонов. Но я не про Дэнди говорю. Я просто про геймбой, прикинь. Не, у меня. Я просто.
я когда ездил в Европу, там у чувака как раз был Game Boy, и я там играл в покемонов, поэтому я немного захватил покемон манию. Я помню, что я в детстве смотрел эти сраный мультик этот. Покемон! Я тоже пару раз смотрел, но у нас потом телевидение отрубилось, что-то с башней случилось и... Нет, у меня тоже, у меня была и Dendy, и Sega, а Nintendo, Super Nintendo у меня не было. Зато я потом поиграл на эмуляторе. Как лох. Давай, я на эмуляторе нет никакого фана вообще не играть. Да, ты же карты же не вставляешь. Да. Ну представить можно, как на Сеге ты продувал картриджи, так и... Взял из дерева. Я на Сеге Я всю Сегу в пластик вдыхал, который там, знаешь, типа там это... Ну, кстати, берешь картридж и нюхаешь, короче. У Сеги, да, был хороший запах, считай, пластика. Я помню, что я когда купил PlayStation, она так охеренно пахла, это, наверное, еще лучший запах в моей жизни был. Запах PlayStation новый. Ну, короче, видите, можно скилловано прыгать по бошкам. Они сидели и выбирали, какие же нам ткани взять, какие же нитки. It's about the texture, mate. В этот раз все дело в текстурках. Oh, I want this. I'm so want this. Они сами шили, видите, какие они. I want this. I want my winner! Want my winner! Но в игре что-то он получше вылез. It's amazing Yoshi. Невероятный Ёшки. Удивительно. Вот. Amazing. Удивительно. Невероятно. Amazing. Amazing. Такой Ёш выглядывает. Такой, смотри, смотри, это моя тися. They see me rolling. The Yoshi. Goal. Yoshi Wally World. Yoshi is Wally. World. Fucking. First look! Первый взгляд. О, Тоуд полетел. Марио. Captain Toad! Oh, это... shit! Чё-то оно все равно. Похоже на Metal Gear Solid VR Missions. Да, чё-то да. Я не понял, чё это такое? Чё это такое, блядь? Это Captain Toad, пацаны. Это какая-то, типа... Это уже было? Потому что я и вообще с этим не знаком. Оу, щит. Вообще, 3D. Классная игра! На, блин, ешьте мой анус. Он по всем просто проехался. Вау! Тут прямо как в Зельде. Это же максима, как во всех играх от Nintendo, только... Captain Toad, Treasure Tracker. Подожди, ну это... Это какой-то известный персонаж Nintendo? Toad. Ну да, Toad. Ну капитан, да, капитан говорит Toad. Все время, что ты не туда попал, но в другом замке. Братиш, ты дверью ошибся. Да, вали отсюда. Давай, до свидания. Тихо, опять. Алло. Алло. Извини, что я тебя постоянно похищаю. Тебе все нормально, если я пончик съем последний? Лал. Я заслужил это. Little bitch! О! Зельда! А вдруг вот будет новая Зельда, где ты играешь за Зельду, а не за Линка. И спасаешь Линка. И такие, вот тут твист. Я бы поиграл. Парень-то уже седой, настолько в игры переиграл. Да он еще делал первую Зельду, когда был силёнка. Пойду чайник скипячу, я больной. Нужно чаёк пить. Это нечто, что мы хотели сделать уже очень давно. Подождите, с чем они фокусируются? Ну, да, наверное, рассказывают историю типа Зельды сперва. А может, моя идея была правда? Мы делаем новую Зельду ещё.
However, after the game transitioned to 3D and the hardware, после того как игра превратилась в 3D, мы не могли больше такой хрень делать. Да. Что не было чувства, что ты в огромном мире находишься. А потом, когда мы сделали Majora's Mask, мы сделали такую супер охуенную страшную луну, чтобы все просто срались со своей штаны. Да, и там и мы просто поднимали деньги сурка на продавание штанов. И ты просто постоянно переживал, эта луна постоянно всех убивала. Ты такой, ёпта, ты хватит. Я, кстати, вот у меня он куплен, и я его не допрошел вообще даже ни разу. Вот эта зель тут глупая. Ветреный, который? Да, Двекер. То есть я оригинальный не допрошел, и этот не допрошел. Я его никогда не допройду, наверное. Я вообще ни в одну зель не играл, чувак. И это Зельда? Нет, это старая Зельда, успокойся. Это Зельда... Вау! Вау. Йо, щит! Вау, New World of Zelda. Это новая крутая Зельда, видите, какой открытый крутой мир, да? Прям облака-то. И никакого сраного вимоута, по-нормальному играть будете вот сейчас. Помните Skyward этот сраный, блин, где вы просто просто как дурак этим машете, никого не попадаете, тупо. Сейчас можно и ходить по-нормальному на лошади как-то. Пазлы начинаются с самого того, как ты появляешься в игре. Как туда попасть, и что вы будете делать, когда вы туда попадете. В общем... Травкой. Ты должен играть в нужном порядке. Все так думал. Я только что сейчас понял формулу успеха Nintendo. У них есть проверенные временем тайтлы, и когда выпускает новая игра из этого тайтла, все просто рады. А и все просто. Они не ждут там, типа, какой-то, блядь, что это опять, какие-то спортивные игры, что ли, блядь? Они такие, у нас Assassin's Creed есть, только он выходит реже. Зомби-шутан для пиндосов опять, что ли, блин? Очнулся. Ну, блин, хотя бы они вот раз на сцене не будут позориться, как Пуроши, помните? Оу, щит! Оу! What the fuck? Какой хороший огонь. Вау. Я не понял, это что, камера в игре такая? Когда я не видел ничего. Holy my ball. Чего подобного от Nintendo? Я Линк! Или не Линк? Че за он так вылез такой? Твою мать, что за... Неужели графон? Подых. Пиздец. Ну это почти то, что они показывали. Ну, мстители. Воу, воу, hold up, hold up, hold the fuck up, hold the fuck up. Бля, чё это, Тарзан, что ли? Hold the fuck up, hold the fuck up. Реклам, наверное, он попил. Саванап это. Ааа, щит! Да, чё? Да, да. Покемон, что ли? Да, покемона на Wii U. Или не, не на Wii U, окей. Или на Wii U. Это, видимо, просто покемон. Или это просто такое, типа, ну... Ну да, эти же уже их уже показывали. Нет разницы с CGI-ем. Я уж опять забыл про покемонов. А я вот играл сейчас вот этих новых покемонов. Омега Раби и Альфа Сафир, да, пожалуйста. Аж всех две игры. Они всегда выходят двумя частями. Типа две игры, и всегда в одной из них есть какой-то особенный легендарный покемон. И чтобы всех собрать, ты должен с другим человеком обменяться ими. Пиздец. Да, ну в этом и суть, что это пиздец. Ну ты что, это игра социальная, ты в курсе? Чтобы ты не сидишь дома, не задротишь, блин. Да, ты должен ходить по улице и всякие поинты. Эй, девка, у тебя покемончики есть к ней на продажу? Она такая... Детка, мне так нравится твой... Мне еще 18, нет, еще нельзя обмениваться. А твоему покемону уже есть, потому что он эволюционировал, да? Хочешь? Тогда снимаешь эти перчатки? Star Fox! Да, Star Fox и... Подождите, а вдруг это значит, что Star Fox сейчас новый будет? Ну да, будет новый Star Fox, как бы все уже заспорили. И новый этот...
Нет, это Platinum. Punch-Out? Ну, Punch-Out. Нет, нет, да, я хотел сказать Punch-Out, но это Bayonetta 2 просто оказалось. А это Bayonetta. Трахает опять всех. И облизывается, чувак. Девка была. А это Oblivion. Так, а Bayonetta, зацени мою причесочку. Правда, без графона. А, нет, графон есть. Почему у него голос такой странный? Мне не нравится ее новый голос. Добро пожаловать в ад, дорогой. Какая, а помните, какой когда толк? Только Bayonetta вышла, все ее обсирали, и все из-за того, что типа это был рип-офф Devil May Cry. Так его делали разработчики Devil May Cry. Нет, я когда игра вышла, я если честно, типа подумал, да блин, это лучше, чем Devil May Cry, что-то. Ну да, потом всем понравилось. Нет, я вообще не помню, чтобы кому-то не... А, вообще, да нет, я писал в ЖЖ, помню тогда, и люди такие, да ну она-то ходит, точно, блин, фан-сервис один. Да. Игры нету. Капец. Bayonetta, тебя лучше начать колдовать, сучка. Вау. Вау. Че, они перевыпустят первую Bayonetta, что ли? Серьезно, Костя, блинка. Метроид, что ли? Они перевыпустили оригинальную Bayonetta, да. Да, я оригинальную Wii U. Ты покупаешь вторую часть и получаешь еще и первую, это ж охуительно. Nintendo, да, Nintendo просто вин за вином, ребят. Хорошая презентация. That's how you do it. Все, Nintendo, вин, E3. Они как всегда выиграют, E3, знаешь, под самый конец, под шумок такой. Да вот там все такие дивы. Ты что там показали? Ты что не показали? А Nintendo такие анонсы. А я знаешь, что не, просто все остальные там школьники или прочие там, которые типа ждут нового Assassin's Creed или проще такого всякого трипла говна, а все остальные нормальные ребята смотрят, сидят Nintendo такие, типа, да-да. Они погладили... О, окей, это, кстати, разработчики... Я начинаю говорить и не могу закончить. It's so epic. So... Look at those graphics, man. Я забыл, как серия называется этих игр. Чё? Какая серия? Не, не Зельда, а... Блин, Warriors. Какой-то там... Dynasty Warriors 3. Dynasty Warriors 3. Dynasty Warriors 3. Dynasty Warriors 4. Man of 2006. Да, Man of 2007. Man of 2008. Batman Arkham City. Ну, в общем, это именно разработчики Dynasty Warriors им дали делать Зельду свою. Я, походу, здесь вообще к Nintendo ничего не имею, потому что вообще ничего не знаю. Да я вообще сам нуб Nintendo, я вообще ни в одну игру не играл. Нихуя себе, кроме покемонов. Успел на эмуляторе поиграть немного. Я, кстати, я тоже никогда не мог в Dynasty Warriors. То есть их надо играть вдвоем, но даже вдвоем как-то мы не смогли. Смотри, они все сидят на полу. А чё мы еще сидим? А чё я? А они все деньги на игры отдали. А, кстати, там еще шутили, что, мол, что за вообще костюмы у всех такие, тоже хентай какой-то, сиськи. 34-е правило. Да. А тут как бы из игры не выходишь, уже это получаешь, не круто. Ну, подожди, реально Зельда драться? Ой, то есть, ну да, Зельда, я правильно сказал. Невероятная вещь, в общем, Dynasty Warriors. Ну а потом так я скажу. 1 million troops. Сейчас не хватает только, чтобы они... 1 million troops. Ты, если ты будешь нажимать BBBABB, you will sucked. Since this collaboration was the first of its kind, we were able to make it a great game that's like a celebration of both franchises. I really hope you all look forward to it. Ну какой не меч прям, блич какой-то. Тут есть и Зельда, и Dynasty Warriors, потому что у нас есть и сисечки, и писечки, и все хорошо. Чувак, так нельзя говорить. Чувак пишет. Это же Nintendo. Чувак в Твиттере пишет, вот когда я купил себе Wii U, все такие, лох, консоль говно. Что вы теперь скажете, ублюдки, а? Так все равно пока что играть нечем. О, пластилиновая игра. Пластилиновый Кирби.
Кирби! До 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 Классная игра. Это игра по мотивам «Спят усталые игрушки». Интро этого, да. А вообще-то не, вообще-то такой пластилиновый тиролей. Вода очень круто выглядела, кстати. Но чуваки знают, как из маломощного Wii U как бы вытягивать стилизацию. Да. Submarine! Rocket! And tank! Ну, по-моему, тут вся игра заключается в том, что ты очень много рисовать должен линии. Что-то там еще я не успел посчитать. Хочешь что-нибудь? Сейчас такая музыка драматичная, что сейчас все. О! О! Опа. Метроид! Новый Метроид! Опа. Нет? Опа. Метроид! Метроид! Опа. Что за... Окей. Это How to View. Нет, это Метроид. Или это что за хуйня? Манал Софт. Beyond the Logos of Typical Destiny. Эмансипатор. Выглядит как Метроид. What the fuck is that shit вообще? Может, не почти новый IP какой-нибудь там. Что-то тут новое, да, это какая-то Эльма, у нее грудь, кстати, трясется уже, значит физичная. О, музыка! От ветра, да, трясется. Туда. Ну это не Метроид, это какая-то хрень. Это, может, это... свой собственный Mass Effect на Wii U, короче. Не, ну рожа мне не нравится. Какой-то не Mass Effect, это какие-то Mimech Warriors. Я лучше рожу делал. Кто-то написал в чате под стримом на геймспоте, я сдох. Гандам. Мне нравится вот этот монтаж, когда все просто кивает головой. Да-да. Это Гурен Лаган какой-то. О, Тунар понравится. Фури есть, все нормально. Да, Фури есть, Тунар понравится. Короче, это Half-Life 3. Конферн. А, окей, Ксенобойд. Я не играл в Ксенобойд. А, почему? Батя обосрался, написал, что новый Metroid. Xenoblade Chronicles X, пиздец. Я знаю, что его очень ждали многие. Что-то... Я наконец-то свободен, я не знаю, кто. Что насчет Star Fox'а? Да, пиздился. Чё насчет Star Fox'а? Нет, Марио получишь его. Держи Марио! Блять, как же он заебал меня. Сейчас он раз и как Чак Норрис сбивает эту просто штуку. What? Окей, я так и понял, что что-то он... Читер! Читер! Хакс! Марио Эдит, пацаны. Поздравляю, ты лох! Марио Мейкер. Ты прочитерил всех до победы. Оули щит, это кстати... Да, теперь можно создавать всякие Марио, невыносимые Марио игры, как же там называются. Да, прямо в самом Нинтендо. Да, и не делать отдельные игры, типа, блять. What the fuck? Wannabe the Bosh и все дела там, я так понял, окей. Wannabe the Bosh. Лол. Можно это в графон даже перевести. Эта игра как говно выглядит, а потом бац, и графон. Ну это достойно, достойно. Парэша, блять. А прикиньте, если бы все это, во-первых, в зале бы происходило, какой там хайп вообще был. Сейчас еще скажут, бету забирайте прямо сейчас. Какой-то длинный гриб. Превращает тебя в Луиджи. Потому что Луиджи длиннее. Вот. Летающий Йоши. Все так смотрят на тебя, типа, сун. Вау! Да? И такой хорошо. Лунная походка и назад идет такой. Ну и факт из касл и уходит. Ай, фу, не надо. Это та игра, которую я думаю. Что? Нормальная игра. Ишки и глазки. Или это другая игра. Нормально. Какой-то онлайновый шутерный мультиплеер, походу. Да пиздец, что это было? Сейчас они расскажут. И люди такие пишут, Пакман.
Pac-Man. So much Pac-Man. Какой-то новый IP, мне кажется. Сплатун. Типа сплэт и... Hi, I'm Nogami. Hi, I'm Amato. Hi, I'm сука Гуччи. Прямо сука Гуччи, я даже подумал, ты поприкалываешься. И он сука Гуччи. Фамилия сука Гуччи, бля! Смешно. Нет, это новый мультиплеер, смотрите. Пиздец. Кто захватил больше территории, тот выиграет в финале. Можно такую игру дома играть? Разбивать чувака с полными мочевыми пузырями, короче, ссыти на всю квартиру. Там жопы какие-то нарисованы. Слушайте, это что-то интересное. Ты можешь как бы плавать... Что-то интересное? Да, раньше что-то интересное. Нет, надо что-то новое интересное. Не старое интересное. А ксеновоид, я был взволнован. Я был фанатом. Кстати, видите, тут геймплейная фишка очень крутая. Найс! Все, игры появились! Новые игры! А какой там, блин, 3D. Слушай, а стримить Nintendo игры можно, или они тоже как-то да, тебе въебашут? Вроде можно. А то если YouTube запрещает... Ну посмотрим. Если что, мне скажут, Тали, я удалил. Brought us to where we're at now, with players able to do things like ink and swim up walls. Не, ну это круто. Хорошая фишка. Я бы прям на Next Gen бы что-то такое поиграл. Это мультиплеерный, кстати. Что еще? Дабл. Круто. И тут может делать 30 на скоб, кстати. Да, и никакой крови, чисто краска. Да, красную краску поставил и все. И все запретили. Рейтинг плюс 18. А прикинь, там нельзя красную краску поставить. Да не, можно. Обосрёшься. А может и брат нельзя, будет смешно. Или черную там краску. Все, обмолофили. А на и белую тоже нельзя поставить. Ну вообще, блин. На и белую нельзя поставить. Ладно. Ладно. О, мой ролик залился. Так. То есть, интересно... Spice is up a bit. Так помолчал, подумал. Ну это чисто очень хорошая геймплейная именно. Да реально я такого вообще не помню, чтобы я когда-то нечто подобное играл. Мне интересно, именно будет. Чё, Куртобейн, дело, говори. Японский Курткопиев. With regular guns. Выглядит, правда. Что, я пропустил. Он такой стреляет, а так «Воу!» Там люди есть. Ненадолго отключусь, я вернусь. Давай. Окей. Ну, я буду тебя переприглашать не надо, да? Не надо. Окей. Ух ты, прям ты все. Завяз. Досрал. Можно так чужие эти пути перекрывать, типа туда брызнул, сюда брызнул, выбежал. Кто-то может прятаться. О, можно еще и прятаться, прикинь. Вообще. Игра года, мультиплеер года, лучше Battlefield, лучше Titanfall, все. Финс. Не, ну я это точно куплю, прям первый день. Прям магический опыт. Я люблю крысить, на самом деле, в краске, вообще не вылезать, пока игра не закончится. Мне это нравится, да? Да, это не мой стиль. А я просто плохо играю. Ты и правда дерьмово играешь. Девочки кальмары, короче. Да, не только девочки, кажется. Или только девочки. Похоже. Хотя, не, мальчики он вроде. Или лесбиянки, потому что они похожи на мальчиков. Все, закрасили. Короче, пацаны, это современное искусство. Да. Модерн арт. Все, выиграл один раунд, и сразу можно уже картину писать, отдавать, да.
Но тут нету опасных красок, я смотрю. Ни белых, ни красных, тут ничего нет. Так что, наверное, правда не выйдет там перекрасить. Так, я вернулся. Окей, у меня качество почему-то слилось. Говно просто. Воу, валик. Воу, да! Это какой-то перк. Вау, там можно ураганы пускать. И грен еще. Грены. Снайперки. Слушай, ну это было до этого интересно, но это еще интереснее. Еще интереснее стало, да. Просто эти... Вау, это какой-то киллстрик, правда, уже. Он там вызвал айрстрайк. Киллстрик. Все, закрась их всех. Замалируй. That just about wraps up things for the Nintendo. А это все, что они сделали? 40 минут. 40 минут у них все шло. Зато какие 40 минут? Да, мне понравилось. Я реально хороший презентация. После того, как они выйдут, оставайтесь на их твиче, потому что там будет еще видео, вам будут показывать, типа, что происходит. У нас не было времени, чтобы показать еще больше. Нифига себе, турник. Да, турнир по Super Smash Bros. Турник. О, Nokia в кинотеатре будут показывать. Больше деталей на E3 Nintendo. Ты че ты переводишь, там ссылки написано? Ну там. Там. Идите туда. Переводит это на русский. А где Star Fox? Он реально спросил. Superbros.rf. Он спросил типа, где Star Fox? И его испепелили. А где, блин, Star Fox? Где он? А они, наверное, не показали здесь. Они там на стендах. На Трихаус. Так нету Star Fox'а. Они сейчас что-то там должны быть с этими, с Mega 64 там. Какой-то хайп был. Ну, это лучше. Так они же уже сделали ролик вроде. Или думаешь, они еще один сделают? Не, Mega 64, они что-то говорили, то, что типа они пропиарили Nintendo, так, а Nintendo пропиарила Mega 64, я не знаю, что-то так. Только, тут, наверное, этим роликом они пропиарили. Ну, тем, которые они делали вместе. Мы сегодня много чего посмотрели, поэтому хочу поблагодарить тебя за то, что смотрели. Но я кое-что хочу показать. Новый Star Fox. Или What the fuck? Никто не угадал. Хентай. Что она сказала? Я уже вижу, как тентакль вонзается ей в жопу. Подождите, это что, этот Икарус Кит? А, это Икарус Кит и этот, блин. И Зельда. То есть Лим. Че вы с ума сходите? Анимуфаги вообще просто, вообще... Это чё, просто анимешка выйдет какая-то? Аниме, прикинь, да. Если там по тайтлам Nintendo все это аниме будет, это офигеть просто. Я посмотрел. Раз такая Байонета вылезает, и все... А вон тут Мавии, наверное. Сразу все... Сразу что-то мокренько. Штанишки обстругал. Я, кстати, до сих пор не играл этот, который вышел на 3DS. У меня он куплен. Первая игра, которую я купил, до сих пор не играл на 3DS. Это вылезла такая... Сань. Не, нет, нет, это не Байонет. Казалось. Это богиня. Я не здесь не для того, чтобы спасти тебя. Я здесь для того, чтобы добить тебя. Ха-ха. Holy shit. Dead Boobies. Чё это? Аниме по... Блять, эти психованные глаза. Блять. А? Линк сейчас такой... Разрежет. Да Линк? Подождите, стоп. Это она тупо тут? Это тупо анонс для Super Smash Bros, что ли? Я думал, это анимешка будет. Я думал, реально аниме по тайтлу Nintendo. Блять. Уже взволновали людей тут. Донки Конг. Она всех вон дрючит одной левой. Ребят. Опи, опи, дисбаланс. Ракетжамп. А Wi-Fi тренер что, не оп, что ли? Чем? Саник лал. Черная дыра. Черная дыра у тебя в другом месте. И улетают такие.
Talk shit more. А этот виллиджер из Animal Crossing такой gonna fuck you up! И такими глазами с топором стоит. Ну да, найс. Ох ты, я устала. Блять. И такой Реджи прыгает сюда. Окей. Fuck my life. А вот, пожалуйста. Он же ба. Вот, пожалуйста. Это факт, чем показывает? Это не Star Fox, он какой-то. Миямото дес, конничива. Он же болеет, он из-за этого не приехал, по-моему. Геймпад то. Ну, геймс. Это Star Fox, блин, что не видно, что ли, по монитору? Нет, там я не вижу. Там, ты чё, не пони... А, нет, Star Fox пролетела херня, Star Fox, найс. Он, сука, геймпад показывает. Он издевается. Смотри, какой геймпад, типа, в заднем его, это, типа, Троллфейс. Это он сам и есть, Троллфейс, посмотри, я его ебал. Этот игра, а вы не поиграете. No, wait! No! No! No, don't do this! Don't do this! Все, на этом конец. Ну что вы считаете, сколько вы поставите Nintendo? 5/5. Я считаю, вот что могли Nintendo показать, они все показали, оправдали все свои ожидания. Я и семерочку поставлю. Поставлено. Ты че, ебанулся? Семерочку из пяти. Хейтер, что ли, совсем? А что 10, понимаешь, тут в любом случае должна быть максимальная оценка, то есть у тебя вся выставка, у тебя нет презентации с максимальной оценкой. Нету. Нет, почему? Я просто так скажу, что вот смотрите, вот Microsoft могли показать, что все равно не показали чего-то такого. Да, потому что... Electronic Arts и Ubisoft тоже. Quantum Break, если бы показали, была бы идеальной вообще. Sony тоже отделались от всех Uncharted, даже не геймплеем, а непонятно каким-то роликом. Sony восьмерку только получила, вообще она могла бы 9.5 спокойно прийти, даже десятку. Но она начала говорить про мультимедиа и ТВ. Да, но ты сидел, смотрел это, потому что я сидел просто... Да, я сидел на стриме и просто умирал. Когда GTA показали, я искренне был рад уже. Тупное хуйло. Ну, в общем, я что хотел сказать. А вот он так стоит и ждет, типа, когда переключится на другую камеру. Переключится на другую камеру. Я не могу больше улыбаться, он все. Вообще, я не могу с тобой спорить. Ты, конечно, прав. Но это, я что хочу сказать. Давай. А Nintendo... Kneel before Zod, давай. Nintendo все, что могли показать, они то и все и показали, поэтому... Да, молодцы. Пропство им. Проверенные годами тайтлы просто. Кудос. Окей, теперь они с игрушками будут. А что с качеством видео, блядь? Also анонсировали новый этот, как его... Блять, сука, гадон для Postal 2. Чего сегодня спине появилось? Да, Paradise Lost называется. Типа там Postal 2 возвращается старый. В разбомбенный Paradise City, где он там бомбу положил. Это же старый. Ну он же старый, да, но понимаешь, они двигатель не меняют, что есть хорошо. Амеба. Ну, в общем, да. Хорошая конференция Nintendo. И драчун. Будьте здоровы. Будь здоров, да. То есть... Глаз желает мне здоровья и про себя говорит, чтобы этот хуйло сдох. И это, наверное, шпигун. Я ему не верю. Да все тебя здесь любят. Смотрите на эту модельку. Нет, кто-то меня совсем ненавидит. Я тебя ненавижу. Я так и знал. В общем, я заканчиваю просто трансляцию. Спасибо всем, кто еще пришел в этот раз посмотреть. Подписывайтесь на наши каналы. Ставьте лайки. Да. Смотрите классные фильмы. Я сейчас перед тем, как мы уйдем, я, наверное, раз коммершал такой пускай неожиданно. Коммершал. Ладно, большое спасибо всем, кто пришел. Да, это все. Пока. Я, кстати, в этот раз даже не представился, просто началась конференция, да, и все. Нет. Пока. Бдя.